Оператор, слушаю. Здравствуйте. В 2019 году клиническая больница номер 50 вступила в национальный проект «Бережливая поликлиника». С одной стороны, это позволяет более рационально использовать кадровые и материально-технические ресурсы медицинской организации, а с другой – экономит силы и время пациентов, которые обращаются за медицинской помощью. В рамках проекта с 15 апреля в КБ номер 50 заработала единая справочная служба, которая объединила колл-центры 1, 2 и детской поликлиник. Это объединение позволит нам обеспечить лучшую взаимозаменяемость сотрудников, повысить качество работы с пациентами, уровень общения с пациентами, сократить количество недозвонов и уменьшить срок ответа оператора на звонок. В единой справочной службе работает многоканальный телефон 955-11. Звонки принимают с 7 до 19 часов по будням, с 8 до 16 по субботам. Пока в центре 7 операторов-консультантов, при необходимости их число увеличат. Пока еще есть саровчане, которые не в курсе нововведений. Они звонят в регистратуру поликлиник, но там их направляют в единую справочную. Пиковые часы утренние. Максимальное количество звонков поступает в понедельник и в пятницу. Средняя продолжительность разговора где-то 1,5 минуты, и в среднем в день поступает около 900 звонков. Самое частое – это вызов врача на дом, запись на прием к врачу, запись на медобследование, медосмотры, диспансеризация, вакцинация и справочная информация. Оператор принимает звонок, уточняет, к какой поликлинике прикреплен пациент, выясняет самочувствие звонящего, если тот хочет вызвать врача на дом, и решает, кому направить вызов – фельдшеру или врачу. Если пациенту надо записаться на прием, оператор помогает подобрать дату и время. В дальнейших планах – использование мессенджеров для информирования пациентов о приеме врачей. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.